Живая музыка, исторические персонажи и множество цветов. В такой торжественной атмосфере наградили тех, чья жизнь связана с библиотекарским делом. Лучших работников лично поздравил глава региона, подчеркнув важность их работы для общества. День библиотек – это не только ваш праздник, это важный день для представителей многих сфер – писателей, педагогов, историков, краеведов. Лидеры сообществ, яркие и талантливые жители Ульяновской области объединяются вокруг библиотек, которые все чаще становятся центрами активной жизни в городах и селах нашего региона. Например, Ольга Котлобай работает в централизованной библиотечной системе города Димитровграда более 15 лет. И за время своей работы реализовала множество ярких проектов. Один из них – «Создай свое будущее. Читай». Это о известных людях нашего города, которые читают, и как они пришли в профессию, и какие книги они предпочитают. То есть мы рассказываем и о человеке, и как он достиг. Награждали в праздничный день не только за яркие проекты, но и за добросовестную работу. Уделили внимание в праздник и работникам детских библиотек. Ведь перед ними стоит важная задача – помочь молодому поколению полюбить книги. Вот я в детской библиотеке работаю. Конечно, детей любим, детей ценим, стараемся для них, да, привлекаем их к чтению, всегда ждем библиотеки. Обе сотрудницы получили не только благодарность за свой труд, но и выиграли областные премии в сфере библиотечного дела имени Нины Ивановны Никитиной, размер которых 50 тысяч рублей на победителя. Всего в конкурсе 2024 года приняли участие 13 номинантов из Ульяновской области. Юлия Адамова, Сергей Кудаков, Улправда ТВ.